Всем доброе утро. Сегодня опять вроде бы солнышко. Ничего, погодка. Тут мама с утра нажарила блинчиков. Я вчера сделала такой фаршик. Сейчас накручу блинчики с мясом. И всех поздравляю с неделей Масленицы. Поэтому будем неделю есть блинчики. Доброе утро, поближе. Завтракаем и едем. Пью чаёк, блинчики я уже поела. И едем за паспортом. Позвонили, сказали, что паспорт Артурчика готов. Я платила как засроченный. И где-то в течение, там написано было в течение недели, но по факту где-то дней 10 делался паспорт. Вот так вот поедем сейчас. Сказали ехать вместе с Артуром. Думала одной, можно съездить забрать. Но нет, сказали ехать вместе с Артуром и забирать паспорт. Что погода вроде бы солнечная. Поедем все вместе, прогуляемся опять по парку. В общем, вот у нас утрешняя прогулка. Какие-то фонари, да, какие тут? Наверное. Они здесь и были, мама. Это One Dollars. Нет. Нет, там сидеть можно, но это не кафе, это для общества, общественное место. Это не продолжение кафе. Забрали мы паспорт с Артуром. Не так быстро, чуть пришлось в очереди посидеть, но ничего. На 4 года теперь дают. Мне кажется, раньше было на 5. А что-то деревья не посыпали здесь. Да? А как же будут новые листочки расти? Смотри, как конструировали больницу. Угу. То есть теперь нервопатолог наш должна сюда переехать. Вернуться. Она здесь и была. Металлические узлы. Идем на трамвайчик. Ну, здесь всегда было. У нас все никак не потеплеет. Мы пришли с Артуром на бульвар, конечно же, еще немножко погулять. Я была без шапки, в дубленке в своей. Но так как тут стоять надо с Артуром еще пару часов гулять, то я сняла с мамы шарфик, сняла с мамы шапку, и мама пошла домой. А я буду тут с Артуром гулять. В общем, раздела мать. Мать пошла домой, а я осталась с Артурчиком. Немножко мне не подходит, конечно, серая, но что поделать. Вообще, где весна, ребятки? Где весна? Я не понимаю. У нас сегодня вон слезы даже от ветра, от холода, понимаете? У нас обещали, что будет тепло. Сегодня должно было быть там 8 градусов тепла. Но не знаю, знаете, такой воздух холодный, руки мерзнут, нос мерзнет. Вообще, хочется тепла уже, капец как, а его нет. Мы с Артуром тут погуляем, я еще больше околею, и мы пойдем домой. Очень, очень холодно. Воздух прям такой, как, знаете, как морозный. У всех так, во всех регионах такое тепло, пока мисс не предвидится. Саша уже приехал с работы. Я его уже давно прошу съездить в торговый центр, посмотреть какие-то Артуру вещи. Как-то так неожиданно Артур вырос за зиму. И те вещи, которые у меня были, уже стали маленькие. А еще у меня есть пару костюмов, которые наоборот большие. То есть он в высоту вырос, а вот есть кофты, которые слишком широкие ему. Ну, тут туловище. Короче, нужно поехать посмотреть какую-то одежду. Добрый вечер, Александр. Поздоровайся с зрителями, за ног не я видел. Я люблю снимать меня. Хочет сниматься, представляете, в последнее время почему-то. Она все знает. Боится камеры.
Так я и не договорила вам. Хочу вот сказать, надо купить какие-то Артуру вещи, немного, буквально там пару кофт я хотела и какие-то, может, спортивные штаны. Всем добрый вечер. У нас вечер, я не знаю, как. У нас вечер, да. Но у меня жуткий страх к этим торговым центрам. Вот я до последнего откладывала этот момент, но сейчас уже просто потеплеет, и Артуру уже просто не в чем будет ходить. Ну, как бы, те вещи, которые есть, слишком они на него будут велики. А я, если честно, боюсь вот этих вот торговых центров. Особенно, когда тревога. Я еще ни разу, не хочу, ты смотришь, я еще реально, как мы приехали, я еще ни разу не была в торговом центре. Ни одного раза. Не верю. Ну, что ты не веришь? Ну, честное слово. Не верит он. Ну, все мои покупки, которые были, хотя нам уже надо, уже кричит, Саше тоже нужно некоторые вещи купить. Не надо, ну, у Саши, как обычно, все есть. Да? Да. У него так всегда, у него все есть, ему никогда ничего не надо. Поэтому у Саши я всегда обычно вещи тоже покупаю сама. Но тут придется поехать с Сашей. Потому что не знаю, когда мы выделим. Сейчас мы едем недалеко, тут от нас недалеко есть торговый центр, он такой небольшой. И там в нем, если я не ошибаюсь, есть сенсей. Я вот хочу в сенсей, там недорогие есть вещи. Но я не знаю, если там в интернете есть Артура размер, но если в офлайн-магазине, не знаю. Я побаиваюсь сейчас вот на Артура заказывать вещи через интернет. Ну, как бы не то, что там побаиваюсь, просто я могу не угадать с размером, а мне нужен размер, который на сейчас. Разворачивается. Блядь. И это еще чей этот бежит. Чучело, блядь. Да, люди у нас, конечно, разные. В общем, поэтому мне нужно несколько вещей купить, видеть их, ну, что покупать, чтобы посмотреть на размер. Может быть, на выходных и доедем в караван, я хочу. Это тоже большой торговый центр у нас, но он далековато находится. Не знаю, может, вытащу Сашу на выходных. А может быть, мы будем ехать как раз в Асакоры и заедем. Посмотрим. Приехали в Неоплазу. Тут сенсей. Это куда-нибудь, Стань, какая разница? Ну, под магазин. Нет? Вот же места или что-то для инвалидов. А с этой стороны тоже для инвалидов? Да. Ну, а вот тут тоже нельзя. Где? Вот. Ну вот. Стоянка уже здесь тоже платная, возле торгового центра. А раньше эта вся территория была бесплатная. Теперь поставили шлагбаум. Ну, тут разное, но я сюда и за детским приехала. Вот этот магазинчик. Посмотрим. Ничего мы не купили. Сирена завыла. А как я уже говорила, надо делать ноги с торговых центров. Поэтому мы с Сашей вышли. Но, если честно, на сайте все гораздо красивее выглядит. Видите, быстро машины разъезжаются. И мы сейчас тоже быстренько отсюда уедем. На сайте красивее вещи висят, чем я посмотрела там костюм. Не знаю, мне не понравилось, как оно выглядит, такое все. Оно недорогое, да, но качество не очень. Поэтому надо будет в какой-нибудь другой съездить в торговый центр. Все-таки в караван. Да, за? Угу. Ничего приличного, в общем, не взяли. Ну, вообще ничего не взяли, потому что ничего такого не нашли приличного. Шопинг без покупок. Со своими же вещами идем домой. Это я брала вещи, чтобы посмотреть размер точно, наверняка, Артура. Все, ребятки, всем хорошего вечера. Да, до новых влогов. До новых влогов. Иду кормить мужика своего. Он там горит меня. Да.